Всем привет, мои хорошие, мои друзья. С вами канал Артмания. Сегодня у нас воскресенье, первый день карантина. Мы варим гречку с Димочкой. Да? Короче, у меня 3:30 ночи. Три часа ночи с половиной. А я тут взвешиваю дрожжи. У меня вот тут... Ай, блин, там поприлипали. Закончилась одна пачка наконец, и 100 грамм на нее обзор был. Вот. И я открыла другую, и смотрю, они там внутри к стенкам почему-то прилипают. Странно. Короче, они тут разбежались, я такая стою про себя, думаю, блин, неудобно то, что дрожжи в таких пачках. Короче, завтра я проснусь с утра и, наверное, буду пересыпать эти дрожжи в отдельную баночку. Мне как раз сейчас вспомнила, пустая баночка есть. Дрожжи у меня будут находиться в баночках. С баночки удобнее, чем с такого пакета. Вот сейчас я дрожжи взвесила. И буду сейчас еще муку взвесишу. Сразу, да. И завтра будем мы с Димочкой выпекать свежий хлебушек. А остатки, кстати, остаются. Они вот сюда вот. Вот так вот я складываю. Сухарики делаю и хочу... сделать панировочный сухари. Короче, для панировки. А у нас сегодня гости пришли. И к Диме пришел язычок, да, Дима? На, кушай. И у мамы такой обалденный кончик языка, прям обалденно просто вкусный. Он прям мягкий-мягкий, да. Ну, вот кожура еще тут. Но она, кстати, хорошо так отделяется довольно. Вот. Раз он и все. Продают прям с кожурой. Хоть бы обдирали они ее, что ли, сразу. Деньги только тратишь. Мягкий, нежный. Ты только жуй, Дима. Ты жуй сначала. Дима уже кашу съел. Сегодня еще мясо ест, да? Ты же ешь ее? Вот такие вот у нас гости. Варила я, кстати, долго довольно. Вот этот вот кусочек прям мягенький, а второй кусок, там лежит такой, ну, не кусок, а целый язык. Свиной язык большой такой. Он жестковатый. Я их когда ножом тыкала, то этот вот прям мягенький был, а тот жесткий. Что, опять еще что ли? Это ненасытный какой. Вот с утра мы уже попили. Лимон у меня оставался. Вот. Чай с лимоном и с медом. Прям вообще так очень вкусно. Димочка доел свою кашу, поел вот маслице, бутербродик поел. 28 или 29 марта, не помню. Народ, пожалуйста, вон он гуляет. Мужик спокойно пошел, дедушка. Девушка. Там он вообще, дети вон гуляют около школы. Народ на улице, все гуляют, машины есть. Вот я стою и думаю, интересно, а транспорт ходит? Вроде пока еще никто, нет, особо, видимо, еще надо дороги перекрывать, я так понимаю, чтобы народ не ездил. Там он прям ходит, спокойно выходит. Сказали же, сидеть дома. Нет, все равно народ, куда они идут, чего они ходят и ходят. Ну, по крайней мере, в принципе, не так уж и много, как обычно бывает. Не знаю, как будет завтра. Так, сегодня у нас воскресенье. Да, завтра понедельник. Как будет вообще обстоять дела завтра. Если честно, даже самой интересно выйти, посмотреть, что на улице творится, что на рынке, какие магазины закрыты, даже любопытно. Но нет, нельзя. Нельзя, да. Привет, скажи. Привет. Вашей ручкой. Сейчас идем, да? Дядя, пуси. Дима тут у нас пуся-пуся играет. Играет, вот смотри, тебе плотная картонка. Вот. Штучка получается. Там типа. Йо-хо! Так вот. Йо-хо! Да, что-то типа такого, да, Дим?
Постарше ты станешь, наверное, начнешь уже с камерой играть. А потом все это, наверное, смотреть интересно. Это только башенки. Деда приезжает к нему, они все время башенки строили. Ой, вот здесь есть, вот здесь. Под это. Ну вот она, да, она, видишь, вот разваливается скрепление. Тут вот, и здесь вот видно, и здесь вот. Она не очень это удобно на самом деле. Строишь, строишь, и в итоге у тебя все разваливается. Хочется, чтобы все держалось. Представляешь, у нас на улице странное существо кричит. Вот сидим с Димой и думаем, то ли птица, то ли кошка, то ли непонятно. На детской площадке он играет, дети. Детей выводят, все нормально. Подумаешь, господи, какой-то там вирус. Что-то не кричит этот зверь. А был, знаете, так наподобие. Мэ! Мэ! Что-то непонятное. Снег уже у нас это уже тает. У всех уже весна наступила. Дима. Иди. О, слышали, наверное. О, Дима. Дима вон как разложил, смотрите. Я до такого что-то не додумывалась. Да? Давай, рассказывай. Играли, давно играли, давно. Ну да, давно мы с тобой вообще-то играли. В нее. А я здесь вот смотрю, сейчас штучку такую ему сделаю. Мы учим уже цифры, буквы мы уже выучили. Алфавит он уже весь знает, наизусть практически. А вот с цифрами немножечко сложновато. Я ему вот написала вот так вот. И внизу вот, чтобы посчитать. Вот сижу, любуюсь, думаю, вот с этой стороны место осталось. Что здесь сделать такое? Или отрезать ее, может быть. Наверное, скорее всего. Вот, положила пока что все это в файл. Не знаю, посмотрим. Может быть, потом скотчем, скорее всего, обклею. Будет поудобнее, чем в файле. Вот. На самом деле, думала, что у меня есть журнал. Помню, что у меня журнал был такой детский, типа книжечки. Покупала я как раз с таким счетом. Но полезла искать, ничего, оказывается, нет. Оказывается, я это просто видела в фикс-прайсе. Но не стала брать, думая, что у меня уже все есть. Оказывается, нету. Вот я думаю, что же я не взяла. Да, там горшок на фоне стоит, и лошадка стоит твоя на фоне. Ты там раскладываешь что-то. Молодец, давай. Играй, играй. Я закрылась вместе. Склона, видимо, нету. Да. А, ну потому что она неровно стоит. Надо строить, типа. Строить надо, видишь? Мы просто с тобой подставили. Всегда у бутик. Шарик. Я всегда мячик. Шарик.
Вот этого мы с тобой пытались добиться все это время. Зайка, да? Да. Загулки, нет, зайка. Загулки, куда зайка, да?